Разведением редкой птицы занимаются в районе имени Махжана Жумабаева. Сейчас здесь насчитывается более 2500 особей. Проблем с кормами нет. В распоряжении собственный микрокомбикормовый завод. Для вывода птенцов используется специальный инкубатор. Управляется со всем этим пернатым хозяйством всего 3 человека. О полезных свойствах яиц говорить не приходится. Диетический продукт реализуют не только в области, но и за ее пределами. Начали с немножко, мы где-то 500 голов вырастили, попробовали, ну, получилось, что вроде бы люди берут, спрос есть, хотим довести до 4000 голов, тем, чтобы обеспечить не только наш город Петропавловск, а вот в связи с таможенным союзом, с введением появится возможность реализовать и дальше в Россию, может, Качтав и другие города нашей республики.